Сегодня 25 августа. Так рано мы еще никогда не начинали копать. Вот сделали 5 дней назад, обрезали 5 ростков, остальные не обрезали. Порто Амарелло. Посмотрите, нужно его обрезать, и чтобы он 5 дней как прожарился, вот без этого шкурка огрубила или нет. Вот сейчас приостановились, сравним. Возможно, процессы роста. Роста, чтобы шкурка огрубела. Ну, как бы надо сравнить, надо понять. Сразу копать. Нужно это или нет? Или надо через время копать. Ну, видно, что клубеньки есть. Да, когда спрашивают, как понять, да вот, когда копать. Вот пленку вот убрали. Пленку убрали, и видно клубни. Можно копать. Можно копать. Для тех, кто не верит до сих пор еще в батат, рекомендую. Садить надо, пробовать надо. Сорта подбирать для своего местности, региона. И будет вам счастье. А где батат? Первый не всегда дает у нас. И второй не всегда дает, да? Да нет, первый почему-то я сажу. Наверное, самый хиленький, чтобы он вырос. Но он почему-то не вырастает. Нет, есть. Клубы. Ну, что-то сработал. Видимо, на ботву сработал. Корни ушли. По какой причине так происходит, тоже пока не знаем. Можно назвать в семье не без рода. Иногда попадаются. Никто вот и никто от этого корни, вроде, не застрахован. Но там нету. Уходит и уходит. Интересно. Сейчас посмотрим. Вот он ушел, росток ушел. Он уходит от основной грядки на метр бывает. Тяни. Погорит. Иди тяни веточку. А, он есть. Он... Веточку тяни большую. Бери и тяни. Хорошо. Да не это, это корень. Это корень. Вот что значит, человек еще ни разу не копал батат. Я забыла. Да, забыла. Или не помнила. Ого. Нету. Нету. У него горизонтальная посадка. Вот. Ой, клубень горячий. Так у нас жара сегодня под 40. Вот клубень посажен. Росток посажен горизонтально. И вот он. Получилось, что ничего. Да за 90 дней сорт Порто Амарелло кто-то ел когда-то. И ветки у нас здесь ходят на этой грядке. Он очень-очень много дает молочка. И муравьев. Ой, кусаются. А что ж такое? Ну, гнездо сделали. Ай-яй. Так, муравьи. Сейчас разбегутся. Да вон их, смотри сколько. Угу. Как раз посередине гнездо было. Ай-яй-яй. Ну, вроде шкурка твердая, да, стала? Вот надо посмотреть. Докопаемся, решим. Да. Да ты посмотри. Муравьи. Ой. Они... Маргарит! Вот и второй выкопали. Правда, муравьи облюбовали. Тоже неплохо. Раз, два, три, четыре клубенька. Красивые, шикарненькие. Прям приятные. Красавчики. Так, копаем дальше. Вот здесь два хорошеньких. Нет, два оторвался. Оторвался. Или... Нет, нет. Это на досадке. Да, это на досадке. Здесь с весны медведка попортила много ростков. Досаживали. Чем хорошо вот этот батат сейчас копать, он ровный, не имеет вен. Если ему еще до дней 20 порасти, у него будут вены явные такие. Клубни гигантские на полтора. Потому что килограмма. У него очень много молочка. Желательно при выкопке ложить, чтобы молочко сбегало в другую не сторону. По клубню. Оно потом чернеет
И некрасиво получается. Или вон, сразу ополаскивать его. Вот это вот все потемнеет и будет темная полоска. Мне всегда это нравится. Да, спрашивают, что это за полоска? Ну, это молочко. Но вот этот батат обладает чечевичным вкусом. То есть он как сладкая чечевица. Но он мало сладкий. Чечевица, горох. Такой благородный, приятный. Вкусный сорт, неповторимый. Отличается от всех. И отказываться от этого сорта тоже не собираемся. Если кто-то говорит, почему в коллекции много сортов, чтобы выбрать получше. Да я не знаю, что выбрать получше. Не все вкусные, все интересные. Обрезанные бататы закончились. Сейчас обрежем свеженький и выкопаем. Проверим. Вот так вот все вытаскивается. Ну, по сравнению с маньчжурским, у этого плети побольше. Можно сказать, гигантские плети. Из всех сортов самые мощные плети. Вот мы его не... Мы ему даем укореняться. Плеть вылезла наружу. Не подрываем корни, ничего. Вот они, грядки. Укоренились, и пускай укорененные будут. Значит, это ему нужно. Кто массово садит батат, Китай, Америка? Ну, в полях кто эти плети отрывает? На урожайность это не сказывается. Не влияет, мы не заметили. 8 лет садим. Первое одно время, что надо плети отрывать, чтобы они не укоренялись, потому что образуются новые клубни, они забирают от основного. Нет, этого мы не заметили. Вот мы уже лет 5 садим последние. И ничего не отрываем. Даем ему расти как хочешь. Так, есть там что-нибудь? Визуально не видно. Посмотрим. Но мы не дали ему вырасти в гигантских монстров. Ну, вон они есть. Подожди. Ух ты! Грядки у нас высокие. У кого-то вылазит наверх, но у нас есть возможность клубню расти. Грядка, да, высокая. И ему очень много надо времени у нас с тобой. Так, вечер. Мошки, комары. Все это кусается, зараза. Смотри. Ага. Куда-то сбежал. Может, поздно досадила. Нету. Он дает под корень, прикинь. Угу. Сразу. Вот 8 кустиков. Пол сеточки. Сколько здесь килограмм? Приблизительно. 7 килограмм. 7. Тоже хорошо. Ну, он может вырасти. Еще если месяц дать расти, это будет полная сетка. Угу. Это будет 20, ну, 15 килограмм. Да. Сейчас 7 килограмм, будет 15 через месяц. Но тогда клубни будут громадные, они не будут семенным бататом. Громадные клубны, конечно, неудобно в обработке и все прочее. Очень приятно. Вот, они и так готовим. Довольно приятные. Вот молочко выделяется. Гораздо больше картофелины обычно. И фу, такой картошка. Сготовила, наелся. Красота. Батат рулит. Батат сила. Батат — это чудо.